Дорогие друзья, мы отправляемся с вами на рафтинг. Посмотрим, что такое спуск по горной речке в Турции, насколько это интересно. Все увидите своими глазами. Хочешь быть в курсе последних новостей туризма? Подписывайся на наш канал, и ты будешь всегда знать, что происходит в отелях, что нового, что изменилось. Этот канал для вас. Подписывайтесь на него. Рафтинг расположен в 65 километрах от поселка Манавгат, приблизительно 1 час 15 минут езды. Сплав начинается вот отсюда и длится где-то около часа по горной речке. Есть несколько порогов, они несложные. И где-то здесь он заканчивается. Вот они, добровольцы. Посмотрим, сколько доберется назад в отель. Инструктор. Сначала будет небольшой инструктаж, нам расскажут, что и как делать, как себя вести, а потом уже будет сам сплав. Вот по этой горной реке мы будем сплавляться. Здесь три порога. Всем здравствуйте! Здравствуйте. Добро пожаловать на рафтинг! Отсидите. Куда вы приехали? Наша фирма называется «Даллас». Уважаемые, сегодня ваше имя тоже до финиша «Даллас» будет. Тут вас много, инструкторов мало. Викинг Туристик. Отдых покупают на viking.by. Главный инструктор у вас Хан. Аплодируем его. Эльчин, Серджан, есть инструктор ваш. Нас много сегодня. Где будете сплавляться? Речка называется Кёпричай. Кёпричай — это на турецком. Если на русском переводе — мостовая река. Почему? Они вам покажут. На старте много исторических мостов есть, из-за этого речку так называют — мостовая река. Плав 13 километров будет у вас. По временем 3 часа 2,5 часа. Во время плава... Ты что, издеваешься? Во время плава с собой ничего не берем. Дамы в купальниках, мужики в шортах или плавках. Остальные ценные вещи ваши. Не вы первый, не вы последний. Не, все, все нормально. Володь, подождите, ну дайте для истории снять. У меня уже такая одна есть фотка. Но это вот... Да! Выдвигаемся дальше, за нами! Смотрите, какая красота, какая вода. Слушайте, ну красиво, очень красиво. Мост такой крутой. Вода здесь просто стекло. Ребят, очень красиво, вода здесь просто стекло, мост. Такой старый сохранился. Thank you.
Как это было? Ужасно! Расскажи подробнее, что тебе понравилось? Когда мы взлетали, это был ужас! Как это было? Ужас! Ужас одним словом! Ну вы молодцы! Денис, как это было? Нормально, как обычно. Что понравилось? Все понравилось. Ехать, круто? Владимир, как это было? Расскажите нам. Это было великолепно, было чудесно, просто драйвово. Советую, рекомендую всем. Спасибо. Александр, как это было? Расскажите. Это было просто необразимо. Необразимо. Именно так это и было. Наша команда, вот. Наши лодки, мы почувствовали команду. Необразимо было, коли ты виски пив. У нас была команда и Макс. И Макс был. Макс, как это было? Это было великолепно. Они гребли и отдыхал. Да, и синел. Ребята, все, поехали на ужин. Все останетесь вообще без ужина. Равиль, как это было 12-й раз? Красно. Что значит своим фиолетовым? А ты не помнишь, ты перестал грести. Я же контролирую. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был Лысинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на викинг.by.